Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. Ну вот мы и раскрылись. И прекрасная незнакомка оказалась фаленопсисом Red Lip. Красные губы. Посмотрите, какая она прелесть. Какие у нее усищи. Я так жалею, что я вчера вечером не сняла, когда она вот только-только наклюнулась. У нее был бутон, а из него торчали красные вот эти вот усы. Какая она вообще прелесть. Я сейчас ее померила. Она еще вот как бы только-только раскрывается. Уже 8 сантиметров у нее цветок. Посмотрите, какая красота, какая прелесть. У меня есть похожая орхидея, только она называется Red Eye, что означает красный глаз. У нее они очень похожи, у нее только нет вот таких вот длинных усищ. Эти орхидеи, вот Red Eye, вот которая, и вот это вот Red Lip, они тем меня покоряют, что они очень подолгу цветут, до 3 лет бывает цветут, то есть они постоянно вот продлевают цветоносы, у них какие-то вот боковые бывают ответвления отходят, они очень обильно цветущие, ну вообще бомбическое. Ой, я так рада, как я рада. Так что все, кто ждал распуска этой орхидеи, девочки, кто гадал, какого она будет цвета, спасибо вам большое. Я тоже была заинтригована и тоже очень ждала. Но вот теперь я наслаждаюсь вот этой вот красотой. Вот видите, какая она немножечко еще загнутая такая. Ну, прелесть, прелесть. Спасибо вам всем за комментарии. Так что вот первая реанимашка. Первый блин совершенно не комом, а совершенно в совершенстве. Такой каламбур. Вот такая вот расчудесница. Так что будем наблюдать за ее дальнейшим распуском. У нее здесь вот еще бутоны она наращивает. И с продолжением у нее там и продолжение есть. Я думаю, что будет много у нее цветов, потому что вот у меня, которая моя Red Eye, она, конечно, цветет очень обильно. И я очень рада, что у меня появилась в моей коллекции вот именно вот эта вот орхидея Red Lip. Очень красивая. Так что вот, я счастлива, я рада. И желаю, чтобы вы тоже со мной порадовались. У меня замечательное настроение. Чего я вам желаю? До свидания, мои друзья. Всегда ваша Бокова Наташа.